Привет, мы сейчас проедем по крупным саранским магазинам и проверим, что покупают люди, что у них там на полках, есть ли ажиотаж, есть ли спрос, может быть, чего-то не хватает. Оценим, посмотрим. Это спорт-центр, вот, пожалуйста, всего вдоволь. Макароны по 35, и такие сяки, и рожки, и горох, тут вам и гречка. Ну, как бы вот рис пропаренный на исходе, но я не думаю, что вам понадобится огромное количество. Готово. Это жасмин для всего масса. Всего вдоволь. Да и мяса хватает. Вон филе грудки 189. Полные полки. И такого тоже. И масел всяких навалом. Вот сахар. Еще как бы тут тоже навалом. По 32,90. Мужичок набрал немножко, да? И гречку самое основное. Это разве много? Сколько? 5 килограммов даже. 5 килограммов. Ну, прошлись мы по спару. Какой сделали, Николай, вывод? Что всего там вдоволь, всего достаточно, да? Как да, бы полки полно. Забиты под заказ. А спросили одного покупателя, тоже молодого человека. С огромной пакетами, тележкой, пакетами, да. Баллами, о том, что... То есть не связано это с повсеместной паникой. Он сказал, нет, это все как бы запасы продуктов на неделю. То есть он сам врач в сосудисто-сердечной хирургии. Угу. И как цитирую, сказал, херню, во всю эту херню не верю. Херню это вирус имеется в виду? Вероятно, да. Вот, ну все, что с этим связано. Ну хорошо, в вирус можно поверить, а вот в панику верить не нужно. Ей, главное, подаваться не нужно. Как бы, абсолютно. Да? Нужно. Как он сказал, у нас это обычно к старухам такое применимо, то есть такое поведение. Ага. А в этом случае, то есть, можно либо выкопать яму и зарыться в ней, либо бункер. Понятно. Но мы делать этого не будем, поедем дальше. Да. Что, идем в ленту? Посмотрим, как там ситуация. Ну, тут уже набирают рис. Что тут? Спиралик, море. Каких-то макаронов вот нет. А, нет, это все одно и то же, под 50-19. А? Да-да. Ну так, выбор еще достаточен. Мука. Нет, геркулес. 4,89. Сколько здесь мука? А, мука 57,99 по акции. Полно. Что у нас здесь? Мука тоже. Мука, мука. Слушай, а вот тут видно, что соль это да. Соль подразобрали дешевую, 16. Ну, еще тоже достаточно, в принципе. Немного, конечно, но лет на 10, если одному человеку взять, даже, я думаю, на 20. Это причем только одного вида. Есть еще и другие, вот морская соль, как бы. Тоже, если такую одну банку взять, то семье, вот одной семье ее хватит, ну, я не знаю, сколько, на месяц точно такой баночку хватит. Потом сахар. Сахар, вот, вы хотели сахар, вот он, пожалуйста, сахар здесь, да, и сахар, 144 рубля за 5 килограммов. Николай, ты можешь поделить на 5, 144 рубля, ну, примерно под 30, даже дешевле, чем 30 рублей, да, тоже дешевле, чем в паре выходит, да. Вот, пожалуйста, если вам не нравится такой, здесь залежи, просто огромные залежи другого сахара. Какого сахара? А, это прессованный, это не тот, наверное, да? А где? А, вот. 29,99. Вот такого. Что-то еще маловато. Сейчас обойдем. Макарошек. Немного макарошек. И что там еще, Коль? Рис для японской кухни, да? То есть у нас обычно массово разобрали рис длиннозерный 340. Ну, с фруктами нигде проблем не наблюдается. То есть люди
хотят, видимо, вот в своих карантинах есть только рис, соль и сахар. Как будто меньше мяса. Чем в спаре? Ну да, чем в спаре. Посмотри, наименование. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поменьше так на вид. Может быть, на складах где-то у них есть. Пустые полки, удивительно, впервые. Пока еще не пилось. Что такое закончилось здесь? Курица. Курица? Две упаковки осталось. Разобрали люди курицу. Удивительно. Хотя, погоди-ка, вот здесь что такое? Остались только бедра. А что разобрать? Филе? Куриное филе. То есть здесь жители Химаши, они хотят оставаться в карантине на соли, на рисе и на курином филе. Интересное, да, сочетание? Ну вот Николай на фоне вывески «Семейный магнит гипермаркет». И только здесь мы увидели человека с маской, в маске. Ты видел его, да? Работник, я тоже его видел. Работник? По-моему, да. Вот люди остерегаются. Ну что, пошли сюда. Пойдем смотреть, что здесь есть. Рис, геркулес. Опа, что это такое здесь? Соль. Закончилась соль. Святые угодники. И сахар закончился. Матерь Божия, гипермаркет «Магнит». Как жить? Как? Вот, соль берут. Рис остался. Ну, мало. А дешевый какой-то круглый. 29,50 отсутствует. Гречку разобрали. Отсутствует гречка, Николай, здесь. Здесь просто зверски берут. Вот прям при нас даже люди напали. Отталкивают Колю. Чуть не воткнули карандаш в глаз. Что сейчас, говоришь, бабушка сказала? Бабушка что-то закупает и говорит, сахара нет, давай соль возьмем. Прекрасно. Вот, то есть, квинтэссенция всего этого. Если чего-то нет, давай возьмем на всякие что-то другое. Но, ребят, так нельзя. Ну, здесь отличие от ленты очевидно, да? Как бы. Ну, просто деньги на мясо. Да, либо у близлежащих домов, у жителей этих домов нет денег на мясо, как говорит Николай. Но я сомневаюсь. То есть здесь смотрите, как навалом, все валом. И в ленте там два кусочка мяса лежит. И курицы здесь тоже полно. Приезжайте за курицей в гипермаркет «Магнит». Мука, что там еще, яйца. Все есть. Вот все покупают соль, сахар, там еще что-то берут. Да это все не ваше. Самое главное, что? Пиво. Пиво, конечно же, пиво. Если взять 20 ящиков пива, то все будет нормально. Вот еще бы логично в таких ситуациях, да, ну я пытаюсь понять логику этих людей, брать полуфабрикаты. То есть то, что может лежать в холодильниках, в морозилках, точнее, очень долго. Вот здесь, я не знаю, тонну, наверное, пельменей. И с полуфабрикатами во всех магазинах нет никаких проблем. То есть блинчики с мясом, с чем угодно, всякие какие-то котлеты, тефтели, вон даже рис фаршированный, в конце концов, креветки, все это есть. Что вы, Николай, приглядели здесь себе? Мясные консервы? Видите ли вы, да, тушенку, видите ли вы какие-то проблемы с наличием этих товаров? Нет, я не вижу. Вкус. Да, и также во всех магазинах. Наша радуга на Лямберском шоссе. С такими узорочками прикольными. Оценим. Да, Ашан. Чего не хватает? Горох. Горох. Угу. Горох колотый. Здесь живут любители гороха поблизости. На светских строе. Что еще люди выбирают? Манка зачем понадобилась? Манку разобрали. Купа манная. Пшеничная. А, гречку, Коль, здесь разобрали гречку. Все, 35,99 не осталось. Гречки. Тю-тю, как говорит моя дочь. Консервы почему-то люди не хотят брать. Ну, хотя, казалось бы, по логике, их бы вот как раз и нужно набирать, да? То есть их-то хватит надолго. Каждый документальный фильм ГТРК «Мордовия» тоже говорит об этом. Просто их никто не видел, поэтому никто не знает. А здесь мясо, вон, десятки, сотни банок. Подожди, оп. Каша перловая с говядиной закончилась.
Это единственная пустая полочка. Из исключения вот, а еще что-то тут у нас свинина тушеная за 143. Ну, здесь их немного, банок там. Выбор здесь огромный. Я уже издалека вижу пустую полку из-под соли за 6,90. Хотя других наименований соли очень много. Можно вот взять, например, морскую соль с травами, йодированную, что более полезно для здоровья. Калий, и даже с калием, с магнием, йодом тоже много. Вот экстрим. А вот, да, экстрим, торговый дом соли нету. А сахар есть? Мука, коли есть. Подсолнечное масло здесь все меньше. К вечеру, возможно, перебой с подсолнечным маслом. И, Николай, отсутствует тоже сахар. Сахара отсутствует и здесь. Как же так, Николай? Вот ты как уроженец Армаданова, что скажешь? Почему плохо так работает Армаданов сахар? Разве плохо, Денис? Просто потребитель, спрос превышает предложение. Предложение, да? И не такого нет. По 117. Да, купить, а сопоставимая цена, да, с лентой? Там что-то тоже 114, что ли, за 5 килограмм? Нет, там... А, здесь за килограмм 23,99. Здесь дешевле. Вот мясо. Мясо, ну, как-то не так много, как хотел бы. Хотя с фруктами и овощами проблем нет. Вон, ну, овощей прилавки все заполнены. Полуфабрикаты тоже всякие. Ну, есть какой-то картошечка какая-то вся сушёненькая, и не сушёненькая есть. Полуфабрикатов очень много. Да, ну что, мы побывали во всех крупных маркетах Саранска, сетевых. И вот сейчас напоследок заезжаем. Осипенко, для интереса, просто для интереса, такой небольшой магазинчик Эверест на Осипенко 81А. Чем он интересен? Здесь поблизости... Очень много домов, в которых живут пожилые люди. Посмотрим вот в этом, в таком, ну, тут, по сути, как бы такой небольшой склад у них есть, и, где постоянно сахар и крупы и прочее. Посмотрим, что-то здесь осталось или нет. Погнали. Очень важно, сейчас говорят, туалетная бумага в ходу. Вот здесь туалетной бумаги очень много. Так что, если вам нужно, по 7 рублей можете купить вот целую вот эту вот палету. Сколько здесь, давайте посчитаем по-быстрому. 20. И сколько рядов здесь? 40. 40 умножаем на 7, получается 280, да? Всего лишь за 280 рублей вы такую палету купите туалетной бумаги. Вам хватит ее просто, я не знаю, обернуть ваш дом, защитить ее от всяких вирусов и так далее. Так что вот здесь проблем нет с туалетной бумагой. Пошли смотреть на крупы, сахар. Вот есть картошка. Самое главное, что нам нужно? Картофель. Здесь картофель. Целый вот такой тазик большой, 35,90. Тоже, в принципе, все замечательно. Что здесь было-то вообще интересно? Здесь, наверное, здесь, слушай, был сахар реально. Потому что сахара нигде не видно. Здесь полно и гречки. Сахар был, да? Ну да. Да, точно. Вот, то есть жителям близлежащих домов очень нужен был сахар, очень. И что еще? И гречку нету, да? А как же, вот, смотри, она по 67,70. То есть на случай ядерной войны лучше взять по 48,10. И соли нету? А, и соль тоже, да? Вот три штуки осталось. Так, быстрее прибегать. Ладно, достаточно иронии, больше не буду иронизировать. В общем, только три упаковочки соли осталось. То есть все разобрали. Хлеба купили. Хлеба. Муки купила в одну пачку. Ну вы купили вот в связи с тем, что такие пошли разговоры или ну, просто мне так? Ну мне пришла, сахара нет. У меня песок нету, сахар такой взял в пачках. У нее тоже вот нет сахара. Говорит. Но это обычная ваша покупка, так? Да, обычная. Обычно. То есть сейчас просто много покупают из-за того, что какие-то слухи я пошли. Я не знаю, что с ума сходят. Там вот на двоих, потому что вместе нам тяжело. Понятно. И молоко, и хлеб, сахар, этот... Она взяла рис, тоже пачку, тоже нету. То есть обычная покупка ваша? Обычную покупку. Все. Ну, значит, объехали мы, получается, 5 магазинов. Спар в центре, Евроспар, Ленту, гипермаркет Лента в сети парке, гипермаркет Магнит,
на Химаше. Четвертая наша радуга на свете текстуры. Паша. Да. И вне зачета у нас был магазин «Эверест», как бы мы решили посмотреть. Небольшой продовольственный магазин. Да, небольшой продовольственный магазинчик. Что мы увидели в целом? Мы увидели только в спаре присутствие всех видов товаров. То есть, как будто... Отсутствие дефицита. Да, тут лучше правильно сказать. Отсутствие дефицита мы увидели в спаре. То есть, там... Никакого наличия какой-то паники или кризиса продовольственного. Местных покупателей да, не было. Абсолютно. Остальные магазины показали нам пустые полки. Определенных товаров. Какие это были товары? Это были крупы, соль, сахар. Крупы – это гречка, рис. В Ашане – это горох, кстати говоря. Это единственное место было, где горох еще пользовался каким-то спросом. То есть жители Септикстрой почему-то особенно любят горох. А сахар, соль, они, да, действительно, поголовно практически везде сметены. И не забываем, что в ленте почему-то очень было мясо говядина, свинина крайне мало и почти полное отсутствие мяса птицы. Там была огромная пустая полка, где не было вообще филе. Почему-то люди разобрали именно филе, хотя крылышки там какие-то были. Сказали, что машины задерживаются и так далее. Да. Так вот, мы рассуждали о том, почему такое могло быть, почему вот в одном магазине в сети. Да, мы еще были на юг-западе. Я был вчера на юг-западе в спаре, в распаре, да, там не было тоже никаких проблем, поэтому можно тоже приплюсовать. И мы стали рассуждать и пришли к выводу, что это, возможно, какие-то проблемы в логистике магазинов, да, конкретных. Конкретно торговых сетей. То есть раз спара, оба спара, которых так или иначе посетили, то есть мы вдвоем или вот один Денис, то есть в спаре все в порядке, все восполняется, если там действительно пользуются каким-то спросом товара. То есть никакого в этом плане сбоя нет. Либо ты хорошее замечание сказал, либо в спаре в центре и на юг-западе категория покупателя особенная, так сказать. Там нет пожилых людей. То есть мы пришли к выводу, что и сами увидели лично, пообщались с людьми во всех этих магазинах, наша «Радуга», в «Ленте» и в «Магните». А вот эти вот крупы и сахар, соль брали пожилые люди. Разбирают то есть, возможно, в спаре просто таких покупателей мало. Возможно, такой вариант. Как бы, да? И плюс играет роль то, что рядом вот с паром в центре, по крайней мере, есть другие торговые точки, других, соответственно, сетей. И там так или иначе нагрузка, она распределяется. Возможно. Так, что еще, какой момент мы хотели говорить? Причины. То есть, почему, собственно... А, да, удивительно. Вот... Сахар, соль и гречка. То есть, напишите в комментариях, как вы считаете, почему люди берут именно вот сахар, соль и гречку с крупой? Почему пельмени, там полуфабрикаты, которые можно... Или консервы. Да, которые можно хранить в морозилке долгое время, и ты можешь на них прожить еще несколько месяцев. Почему они не разбираются? Почему консервы все стоят на месте? А вот только эти, мне совершенно непонятно, почему такой сбой, так сказать, произошел. Еще любопытный момент, то что миф насчет того, что разбирают покупатели туалетную бумагу, это действительно миф. Мы обнаружили то, что никакого дефицита в этой категории товаров нет. Конкретно в Саранске, в нашем городе. Именно. Она на любой вкус, за 3 рубля, за 5 рублей. И на любой, точнее, за, а не на любой вкус, да. За 100 рублей. То есть. Хотя, может, кто-то ее ест, не знаю. Вот такие выводы, вот такая ситуация на сегодняшний момент. Кто знает, может, она завтра уже изменится, и вдруг там будет изобилие, или наоборот, разберут все подчистую. Но непонятно, для чего люди паникуют, бегут в магазин, почему все эти бабушки, дедушки, в том числе, в меньшей степени молодые люди. Посмотрим, паника что будет в дальше. Любом случае не нужна.